Ну что, привет, привет всем. Заказали реакции на группы, на группу Орда. В общем, у них вышли новые треки в стиле рок, как мне написали. Я оттягивала до последнего, я хотела снять реакции, хотела посмотреть вообще, что там выпустили Орда. Но я не знала, что они в стиле рок выпустили. Об этом мне умолчали. Если бы мне об этом сказали раньше, то, возможно, я уже раньше бы сделала реакции. Все знают, что я люблю рок. Да. Я люблю рэп тоже, как многие знают, но не весь рэп. Только корейский рэп, да? Ну и нормальный английский рэп какой-нибудь, там, американский. А вот типа Eminem. Нормальный. Кавычка, да. Ну не каждый рэп, в общем, мне заходит, да. Есть классный рэп исполнители, есть такой средний себе. Статистически. Вот. Собственно, Орда, они назвали себя в исполнении именно рок-стайле. Не Орда, а Орда. Аркт песня называется. Сказали, что это просто они перепели свои же песни, получается. Так что, погнали. Раз, два, три. Так, отрываем. Я поняла, кто меня смотрит, вся моя реакция. Это Ермолат Ага. Я же все время жалуюсь, что в Казахстане мало рок-групп. Там. Извиняюсь за трясущуюся башку, но так и должно быть в роке. Ой, там сейчас начнется какая-нибудь другая песня. Зулы. Что, послушаем? Да нет. Сейчас, блин, меня как обычно накроет, если я Зулу начну слушать. К тому же тут нет казахских субтитров, как ни странно. Не знаю, почему с телевизора никогда казахские не включаются. Всегда на русском. Русский перевод субтитров идет.
А в общем, да, классные песни у Арта, оказывается, супер-супер. Нет, я знаю, что у Ермола такая, как говорится, не может быть плохой песни, но я не ждала, что они именно в стиле рок исполняют. И я прям это... Я люблю рок, да, люблю. Изначально именно я как бы ввела в нашей семье и Эминема, то есть я начала слушать, потом уже брат начал слушать. И... Кипелова, ну, тогда еще на тот момент Ария была, потом уже Кипелов пошел. Я начала слушать, а потом уже пошел брат слушать все. Сейчас он больше меня, конечно же, слушает рок, чем я, потому что я любитель разных, в общем, направлений, поэтому периодически скачу с одного на другое. То есть я как бы и казахский могу послушать, он казахский не слушает. Также могу послушать и, ну, корейское, естественно, сейчас вообще неотъемлемая часть моей жизни, скажем так. Поэтому обязательно корейские песни слушаю. А вот. Он и русский может послушать какие-то новые, там, новых исполнителей там на Яндекс музыки, а я нет. Я в основном редко когда слушаю, просто какие-нибудь так случайно наткнусь на какую-нибудь песню прикольную, тогда, может быть, да. А русских исполнителей я мало слушаю. То, что только Holiday Boy, там, допустим, да, из последнего, что я слушала из русского. Ну, и там несколько песен новых Асти выходило, и, господи, дай бог памяти, еще какая-то девочка. Ой, спасибо Марии Гу, или как она там, не знаю. В общем, я не особо там русскими исполнителями увлекаюсь, поэтому мало знаю о них вообще сейчас на данный момент. Поэтому вот такие пироги. Тут у меня еще лама моя, как обычно. На день рождения мне подаренная. Так что заходим, ставим лайки. Ермолат Ага и его команде. Я не знаю, кто там, сказали, что вроде не все участники из Орды в Орте. Я не знаю, склоняется, не склоняется. Как-то переводится по-любому, поэтому в комментариях мне быстренько напишите, как переводится название их новой группы. Их старой новой группы, скажем так. Так что песня классная, Ермолат Ага. Вы молодец. Всем пока.